Дорогие друзья, итак, сегодня начнем с чего? Сегодня йорцет великого человека, Раби, почему великого? Раби Арон Великий его называли. Он положил основание Карлингтонской династии, очень великий человек. Он был ученик Магида из Межирец, основатель хасидского движения в Беларуси. Но самое главное, что по заявлениям раввинов того поколения, он побудил десятки тысяч человек приблизиться к раскаянию великий человек. Я расскажу одну историю о нем, о его конце жизни. Он однажды вошел в кабинет своего рэба, Магида из Межирица, и чтобы попрощаться, и хотел ехать к себе. Рэбе с ним расстался, но как только он вышел, он послал одного из своих помощников задержать там, то все, переговорили. В общем, он задержался. Через несколько дней он опять заходит, попросил разрешения. Рэбе говорит, до свидания, он ушел. Опять. И так повторялось много раз. И наконец он проигнорировал то, что ему говорили помощники его, и сказал им всем, Рэбе хотел бы или не хотел, чтобы я уезжал, он бы сам бы мне сказал, не морочьте мне голову, и уехал домой. Уехал домой и на следующий день там скончался. И сильно огорченные смертью его, вот Раби Арона, студенты набрались милости, там, и подошли к Раби своему, и говорят, а почему ты разрешил ему уйти, Рэбе? И в ответ Рэбе отправил их к кочегару своему. Кочегаром его был потом тот, кто станет великим Раби Зуша из Аниполя. И он сказал им очень простую вещь. Тора восхваляет Моше, говоря, во всем моем дворе он достоин доверия. А что значит заслуживать доверия Бога? Там что, украсть что-то можно во дворце небесном? Ответ заключается в том, что Моше не рассказывает, что он видел на небе. То, что ему позволено раскрыть, он раскрывал. То, что нет, нет. Это абсолютно идеально, когда человек куда-то идет и не рассказывает то, что он видит. И Мидраш рассказывает нам, что Моше знал, что там на небе, знал очень многие вещи. Знал, например, что если люди будут за него молиться, то указ о том, что он не войдет в землю Израиля, будет аннулирован. И он намекал об этом, их несколько раз говорил, но люди не понимали, а так как они понимали, он ничего не сказал. И мы должны понимать, что Рэбе знал заранее, искал способы удержать Аарона от возвращения домой, но он не мог сказать ничего открыто. Я был много лет знаком с Раби Хаймом Молочником, великим Хальбаном. И, вы знаете, он очень многие вещи знал, видел, рассказывал такое все эти столетия или в обе стороны, но он никогда не говорил вот так предопределенности. Он как-то тебе не говорил, там, иди направо. Он намекал там как-то тебе, что-то. Вот надо было включить еще свою голову. Я единственный раз видел, когда он сказал более-менее так вообще жестко со мной, мой один товарищ к нему приехал, зашел, он на него посмотрел, говорит, быстро едь назад домой к маме, если хочешь ее еще увидеть. Тот поехал к маме, его мать потом через короткий промежуток времени ушла из этого мира. Мудрецы умеют видеть мир на другом уровне, они читают другими глазами, глазами души. И многие вещи, почему мы учим пророков, почему учим Тору, почему мы хотим получить. Если мы до конца чего-то не понимаем, говорят мудрецы, то именно это недопонимание впоследствии обернется ошибкой и страданиями. Например, если человек не знает, как вести себя в семейной жизни, у него обязательно будут там проблемы. Если он не знает, что окружающие от него ожидают, у него возникнет проблема там. Если человек не знает, как пользоваться каким-то устройством, оно может сломаться. И наше ограниченное сознание не дает нам увидеть картину в целом. Из-за этого у человека возникает чувство грусти, отчаяния там. Но если в этот момент он понимал, что жизнь это не только вот этот кусочек, вот эта ситуация, что ему еще улыбнется удача, и вообще может все измениться, настроение было бы другое. Если с человеком приключилась неприятность, это не повод написано опускать руки. Отчаиваться можно только, когда уже ничего не поделаешь, когда изменить нельзя, когда человек умер. Знаете анекдот, что вы хотели услышать на своих похоронах? Это он шевелится. Шаббат перед нами. Рассказывает Рав Искак Зильбер. Я короткая история. Отец моего соседа, говорит, он строго соблюдал заповеди, 30 лет работал вместе с евреем, который нарушал все время. И вот как-то со стола он ему говорит, слушай, уважаемый, значит, я работал по субботам. Суббота и праздники это примерно шестая часть года. Значит, я в год зарабатываю на 2 месячных зарплаты больше тебя. За 6 лет на целый год больше. За 30 лет, что мы с тобой работаем вместе, я получил на 5 годовых заработков больше.
А я денег не вижу, питаемся мы одинаково, одеваемся тоже. Единственная разница, что ты сидишь, поешь песни в субботу, а я вкалываю. Где деньги за мои субботы? Вот этот человек должен понять себя. Написано, деньги, которые человек заработает в субботу, уходят не туда. Поэтому в субботу лучше остановиться, оглянуться, вздохнуть. Может быть, спеть песню, но это намного лучше, чем вкалывать. Брахава ацлаха, шаббат шалом.